Всем привет, голос за кадром, потому что сегодня я хочу вас познакомить с моим супругом. Встречайте, Владимир Селезнёв. Очень часто девчонки задают мне вопрос, почему, как тебе удается, что тебя муж поддерживает, какие слова ты находишь. И вот я решила, не передавая мысли моего мужа, договорилась с ним и попросила сказать его мнение. Володь, почему ты в этот раз решил поддержать меня, в чем ты видишь перспективы, почему сетевой? В общем, я думаю, всем это видео очень будет полезно. Вещай! Был выбор без выбора. Женщины всегда найдете, что сказать мужу, да, если у вас хорошие отношения. Я очень люблю свою жену, и поэтому у нее есть всегда для меня найдутся какие-то слова для того, чтобы убедить в чем-то. Ну, есть такое выражение, что мужчина – глава семьи, а женщина – это шея, да? Куда шея повернет, туда и голова смотрит. Для Олеси сетевой бизнес – это не первый такой эксперимент. Она у меня была в декретном отпуске, и после декретного отпуска, конечно, нужно было куда-то вырваться в люди. Ушла из декретного снова в декретный, но понимала, что если она выйдет на основную работу и будет работать с утра до вечера, понятно, что она не будет уделять нашему младшему сыну время. Поэтому для нас было очень интересно рассмотреть какой-то вариант работы, который бы ее, ну, заряжал на позитив, благодаря которой она могла раскрыть свой потенциал, выйти, скажем, в люди, получить какую-то свою долю признания. И этот инструмент мы нашли – сетевой маркетинг. Она давно пользовалась продукцией компании «Моряки», хотя никогда сетевым бизнесом не занималась. И спустя, если не ошибаюсь, 8 или 9 лет, она решила попробовать себя и пришла в сетевой бизнес. За год, конечно, сделала достаточно хорошую карьеру. Очень быстро стартанула. И понятно, что в некоторых моментах я ее поддерживал. В настоящий момент она сейчас уже в сетевом бизнесе не новичок, у нее уже есть достаточно неплохой опыт в этом деле. И в настоящий момент она рассмотрела еще дополнительно для себя другой инструмент для реализации своих сил, амбиций. Это компания «Армель». Так получается, что она стартует только, буквально делает первые шаги в этой компании. По-моему, если не ошибаюсь, чуть больше недели. И так выпало, что нужно ехать на семинар. Очень просила мне поговорить, ребят, с вами. Я думаю, что это видео будут смотреть не только девушки-консультанты, но и те мужья, жены которых работают в этой индустрии MLM и тоже хотят поехать на семинар, но по какой-то причине не могут договориться с вами. Так получилось, что совершенно быстро ей нужно сейчас собраться и ехать на семинар, так как у компании будет годовщина, и очень много лидеров, спонсоров и других членов команды едут на это мероприятие. Очень важный момент – понять, почему нужно ехать на этот семинар и почему нужно мужьям отпустить женщин на этот семинар. Ну, своих жен. Потому что в основном почему-то сетевой бизнес начинает строить женщины. А дальше к ним подключается мужчина. Я понимаю, что уехав на семинар куда-то, мужья, как правило, недовольны, потому что часть хозяйств на них упадет. Какие-то заботы по уходу за детьми, какой-то свой внутренний распорядок дня, работы нужно будет немножко поменять. Но если ваша жена решила заняться серьезно сетевым бизнесом и преуспеть в компании «Армель», в которой она в настоящий момент сотрудничает, я рекомендую все-таки сесть за стол переговоров на кухне и с ней договориться. Потому что этот семинар пройдет один день для новичков. И этот день он может быть стать решающим для хорошего старта в этом бизнесе. Почему я сетевой бизнес называю бизнесом? Потому что реально здесь есть большие деньги. Внешне он не похож на традиционный бизнес, который мужчины привыкли ощущать, да, там большой какой-нибудь склад, магазин и так далее. Это какие-то маленькие коробочки, это какие-то встречи, это там какие-то
пробнички и так далее. На самом деле это большой бизнес, который можно начать всего с 2000 рублей и выстроить большую империю сети парфюмерных складов и зарабатывать десятки, сотни тысяч рублей, а иногда и долларов. И это, к примеру, очень много сетевиков, которые уже проделали этот путь. Компания молодая, стартует, и очень важный момент, который сейчас происходит в компании, это годовщина, где будет определенный какой-то отчет о проделанной работе, о перспективах развития, и каждый человек, который поедет на семинар, он, в принципе, поймет, куда, в принципе, стремится компания, каких результатов может достичь, самое главное, поймет, как это можно делать, то есть придет осознание того. Если не ездить на семинар и думать, что, в принципе, мы потом посмотрим, нам потом расскажут, как это было здорово, так не происходит. Потому что нужно сначала повариться в соку, чтобы стать соленым огурцом, нужно повариться в рассоле. Вот там рассол. Причем рассол из самых успешных, скажем, представителей этого сетевого бизнеса, компании «Армель». Это концентрация, где ты можешь познакомиться, ты можешь пропитаться духом, и, понятно же, результат у тебя будет гораздо выше, и откроется видение. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые мужья, как бы не было тяжело, и мне тоже тяжеловато, я принял в своей семье решение, я отпускаю свою жену на это мероприятие, потому что знаю, что если она поедет на это мероприятие, у нее есть гораздо больше шансов преуспеть, не просто тусоваться в компании и зарабатывать какие-то мелочи на продаже, там, редкой продаже духов, а действительно выстроить бизнес, который будет дополнительным источником доходов для нашей семьи. Тем более в наше современное время одного источника дохода мужа, как бы он хорошо не зарабатывал, как бы он не содержал семью, маловато. Если, уважаемые мужчины, уважаемые мужья, ваши женщины едут на этот семинар, и у них будет больше шансов преуспеть в этом бизнесе и организовать дополнительный источник дохода. Поэтому, друзья, услышите своих жен, сядьте за стол переговоров и примите правильное решение. Ну а все те, кто смотрит это видео и собирается на семинар, я говорю, что вы сделали правильное действие в своей жизни, и это отличный фундамент для вашего успеха. Всем всего хорошего, счастливо, подписывайтесь на канал Олеси, она ведет этот канал, делится разными интересными информациями. Ну и до связи, до встречи в Москве с Олесей. Всего хорошего, пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.